Автоматизовать вытворчий процесс и повысить продукционность. Все лето на Могилев Лифтмаш только на технологичное обсталевание планируют инвестировать у основный капитал 75 миллиардов рублей. Недавно тут обновили линию вытворчести дверы лифтовой шахты. С подробностями наш корреспондент Надей Мяшкевич. Вытворчасть дверей шахты – один из ключевых этапов створения лифта. До этого часу операцию по зварцы этих дверей на заводе Могилев Лифтмаш выконывали на нескольких универсальных обсталеваниях. На это и шло шмат часу и сил. Теперь спроектовали и начали выкористовывать автоматичную зварочную машину, якая выконывает финальные операции на линии. Плюсы в том, что производительность увеличилась где-то на 30%. Уменьшилось количество перевозок. Это самое главное. Раньше мы детали с пролета на пролет перекидывали. Сейчас все это в одном месте изготавливается. Введение автоматичной сварочной машины позволило повысить вытворчасть дверей шахты с 650 до 1000 проемов что день. Дякуючи компьютеризации и колькость працовных на этой операции скоротилась прикладно удвоя. Плюс экономится электроэнергия. Такая модернизация обошлась предприемству прикладно у 4 миллиарда рублей. Тут плануют, что эти сродки откупятся на протягу 5 годов. Надея Мяшкевич, Александр Тарасов, Александр Артемьев. Новини регион.